и после. До и после. Я проснулась, все прыщи исчезли. Всем привет! Это еще раз доктор Гяна. Сегодняшняя наша тема — это как кореянки убирают веснушки и пятна. Я в этом видео расскажу домашний способ и очень эффективная сыворотка, которая можно убирать с 3 капли, пятна и веснушки. Я использовала 10 дней эту сыворотку. Если вы видите, у меня в коже нет веснушки и ни пигментации. Тогда нам нужно знать, почему появляются веснушки и пятна. Вот это наша кожа, вот это ультрафиолетовый луч, вот это видимый луч. Они атакуют кожу, подвигая соединение меланина и пигмент. У нас в коже меланин работает как зонт. Находится в верхней части нашей кожи, чтобы защищать кожу, они делают пигментацию и веснушки. Вот пятна. Вам нужно знать, это не с возрастом. Начинает с раннего возраста, 20 лет или 30 лет, и продолжается 30 лет, 40 лет. Очень трудно убирать. Пятна поверхности очень грубые, вышли наружу. И пятна находятся везде. Щеки, на ноги, под глазами. Вот тут, если вы видели, пожилые люди, какой темный коричневый или даже бывает серый цвет. Тогда, что нужно делать, чтобы убирать веснушки и пятна? Первое. Мутная вода. В Корее мы очень часто едим рис. Когда мы приготовим рис, будем готовы сегодня ужин, мы очищаем рис, потом эта вода мы не бросаем. Когда мы очищаем кожу после пенки, мы еще раз умываем с мутной водой. Говорят, что это способ 1500 лет назад. Наши предки тоже использовались. И в нем есть очень полезные ингредиенты. Говорят, хорошо от веснушки и от пятна. Вот хочу показать, как я ухаживала за кожей. У меня была проблема на самом деле. Я недавно делала челку. Из-за этого лоб очень обиделся. И делали прыщи. Прыщи спускались. И у меня была аллергия. Косметика, которой я пользовалась. Вот это две. Очень мало осталось. Я 10 дней подряд использовалась. Если видите оттепь, до и после, до и после, до и после. Это 100% веганская косметика. Я тоже видела очень большой эффект. Для того, чтобы полностью убирать пятна, нужно делать здоровой кожи. Тогда я утром наносила такую зеленую штуку. В течение 3 дня у меня прыщи и аллергия успокоились. Я недавно делала чулку. Очень много маленьких прыщей. Это большие прыщи. Чесаться. Зеленую штуку, сика и алоэ. Успокаивает. А потом по-настоящему нужно убирать пятна и веснушки. Оранжевая штука. Особенно тут, вокруг глазами. Раз, одна капля. Два, три. А тут три. Доброе утро. Проснулась. Три капля. Один, два. Ой, очевидно. Прыщи меньше стало, да. Если видите, чуть-чуть осталось, но большой этот очень меньше стал. 6:30 вечером. Я проснулась, но оказывается, у меня все прыщи, кроме этого, исчезли. И перед сном? Видите, как у меня кожа блестит? Ладно. После того, как я делала здоровой кожи с зеленой штукой, я использовала такую оранжевую. Это хозяин, когда делал такую сыворотку, он прочитал все отзывы от оранжевой сыворотки, где-то 542, и сделал зеленую сыворотку. И цена тоже очень недорого. Я очень боюсь до сих пор использовать витаминную косметику, потому что витаминная косметика меняется, зависит от температуры.
Но хозяин этой сыворотки, он исследовал и сделал витаминную сыворотку, которая не меняется от температуры. Значит, температура не вредит витамин. Очень-очень-очень важно наносить солнцезащитный крем. Как вы видели в моем предыдущем видео, если вы не наносите солнцезащитный крем, тогда очень часто появляются веснушки, пятна и прыщи. Солнцезащитный крем замедливает веснушки и пятна. И лазерная процедура. Я тоже делала лазерные процедуры, но у меня появился побочный эффект. У меня были прыщи, мне не подошли лазерные процедуры. Как минимум 10 раз, 20 раз нужно делать процедуру. Последний. Зеленый чай. Мы тоже очень любим зеленый чай. После того, как мы напили зеленый чай, мы не бросаем пакет или листья. Мы приклеим зеленый чай под глазами, потому что это убирает черные круги под глазами. Положите, пожалуйста, пакет зеленого чая над вашими глазами. Тогда это быстро убирает отек. Тогда кому появляется? К сожалению, для азиатской кожи чаще появляется и у женщин чаще бывает, чем у мужчин. И чем у вас темная кожа, тем трудно это убирать. У меня друзья и подружки очень много говорили мне: «Кёнга, у тебя кожа очень светлее стала». У меня рядом губов темные штуки убирались и даже убирались черный круг под глазами. Я понимаю, что если проблема в коже, это очень большой стресс. Надеюсь, что это видео помогло вам узнать нового. Если у вас есть вопросы о косметике, о уходе лица, тогда напишите, пожалуйста, на комментарии. Я постараюсь всем отвечать. И подписывайтесь, пожалуйста. Еще ссылка внизу оставлю про этой косметики. Тогда хорошего дня. Пока, аням.